22 декабря. Память священномученика Василия Ягодина, священника. Священномученик Василий Ягодин родился в 1870 году в селе Ключи Пензенской губернии в семье священника. По окончании Пензенской духовной семинарии служил военным священником в Закаспийском крае. С 1904 года был священником 221-го пехотного Троицко-Сергиевского полка в Москве. В 1911 году назначен настоятелем собора в крепости Свиаборг в Финляндии. С 1918 года отец Василий служил в храме Харитона-Исповедника в Москве. В 1931 году батюшка был арестован по обвинению в антисоветской деятельности, но отпущен за недоказанностью вины. Весной 1937 года он стал настоятелем Московского Богоявленского собора в Дорогомилове. 11 декабря 1937 года отец Василий со всем причтом арестован по доносу лжесвидетелей. Священномученик Василий расстрелян по приговору тройки и погребен в общей могиле в Бутово.